Мира, привет, красавица. Иди сюда. Я так долго не показывал тебя зрителям. Я хотел, чтобы зрители соскучились за тобой и с нетерпением ждали выход этого видеоролика. Люди очень сильно по тебе скучают. Я тоже по тебе скучал, моя красавица. Моя красавица, конечно. Просто так погладить нельзя, да? Ну, я сегодня без угощения, ты меня прости. Смотрите, какая у нас красивая зебра Мира. Красавица, неповторимая. Просто королева лошадей. Мира, Мира. Да, скажи, что ты пришел ко мне с пустыми руками? Вот, я тебе покажу свою пятую точку и свой хвост. Не подходи ко мне, я обижена. Мира, иди сюда. Иди сюда, красавица. Все зрители тебя ждут. Иди сюда, иди сюда. Молодец. Иди сюда, иди сюда, красавица. Такой большой нос. Такой большой красивый нос. Такие шикарные глаза. Посмотри сюда. Мира. Мира. Давайте пройдемся немного с нашей зеброй. Прогулка с зеброй по зоопарку. Мира покажет все окрестности своего шикарного вольера. Невероятный окрас у зебры. Смотрите, какая красавица. Вот такая красивая мордашечка у нее. Красивая грива. Видите, такое ощущение, что как будто кто-то ее подстриг. Но зебру у нас никто не стрижет. Но вот так ровненько подобранный край. Так задумано с самой матушкой природой. Красивейшая зебра. И она живет у нас. Друзья, всем рекомендую приехать в зоопарк «Сказка» и познакомиться с нашими питомцами. Особенно с этой красивейшей зеброй по имени Мира. Это просто чудо. Мира, иди сюда. Давай сделаем еще пару кадров для наших любопытных зрителей. Не знаю, как ее позвать. Мира. Давай пройдем с тобой еще разок. И я уйду. Смотрите, как она поднимает свои ноги. Все-таки она решила уйти. Всем хорошего вечера. Приезжайте в наш зоопарк «Сказка» и подписывайтесь на канал в YouTube с названием «Зоопарк Сказка». Пока!